Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Watch 2 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять функции кнопочек на данных часах. Итак, для этого нам нужно зайти в приложение «Настройки», после чего мы проходим в раздел «Дополнительные функции» и нажимаем «Настройка кнопок». Здесь мы можем выбрать «Настройка верхней кнопочки» и выбрать действие, которое она будет выполнять. Вот. Также мы можем настроить кнопку «Помощник», то есть голосовой помощник. Это может быть либо коронка, то есть вот эта кнопочка, либо нижняя кнопочка. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.